МИД уточняет, были ли украинцы на борту Ан-148. Самолет саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек, шансов выжить у них не было. Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в России. Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кириллович. «Консул проверяет информацию», — заявил Кириллович. По его словам, как только будут получены уточненные данные, МИД их обнародует. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермицинский, в самолете было более 60 жителей области. По моим данным, там было более 60 человек, и все практически с востока области, сказал Шермицинский агентству Интерфакс. Ранее сообщалось, что неподалеку от места падения самолета Ан-148 саратовских авиалиний в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна, предположительно вертолета Почты России. Однако в компании заявили, что в ее авиапарке вертолетов нет. Почта России опровергает данную информацию. Эта ситуация не имеет отношения к Почте России. Почта России использует два самолета Ту-204С, заявили в пресс-службе компании. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.